С осенних месяцев традиционно начинается сезон гриппа. Пандемия коронавируса в последние годы затмила это сезонное заболевание. Тем не менее, оно никуда и не исчезло, и вопросы его профилактики имеют актуальность. В Кашхабском районе стартовала прививочная кампания. Сезонную вакцинацию против гриппа и коронавирусной инфекции одними из первых прошли работники администрации района во главе с руководителем муниципалитета Зауром Хамирзовым. Для удобства граждан центральной районной больницы был организован выезд в самой администрации. Все сотрудники прошли анкетирование, также у них измерили сатурацию и температуру. После небольшого обследования врачи допускали к вакцинации. Получившие прививку муниципальные служащие обосновывали свое решение тем, что их работа предусматривает ежедневный контакт с людьми и обезопасить себя и окружающих – долг каждого. Профилактика гриппа и коронавирусной инфекции – это вакцинация. Период с сентября по ноябрь – самое подходящее время для проведения вакцинации против гриппа и новой коронавирусной инфекции, так как прививаться нужно за 2-3 недели до начала подъема заболеваемости, для того, чтобы успел сформироваться необходимый иммунитет. В Кашхабльском районе с 29 августа начата прививочная кампания по вакцинопрофилактике гриппа и коронавирусной инфекции. На сегодняшний день всего по району привито от гриппа 2935 человек, из них дети – это 668, взрослые – 2267. За время всего периода вакцинации от ковида привито 15282 человека. Сегодня был осуществлен выезд в местную администрацию Кашхабльского района с целью проведения вакцинопрофилактики против гриппа и коронавирусной инфекции. У нас в наличии имеются два вида вакцины против гриппа. Для взрослых это Савигрипп, детский Ультрикс. И против коронавирусной инфекции вакцина Гамковидвак. Прививочная кампания в районе будет продолжена, и все желающие могут пройти вакцинацию как от сезонного гриппа, так и от коронавируса.